Всем привет! И сегодня у нас обзор на вот эту вот замечательную ящерку, которая может везде лазить, блин. Как бы я приручил ее все-таки. То я так и не нашел ни хрена. Она лазит по стенам, спускается прям прекрасно, блин. Ну, такие вот дела. Правда, блин, управление у нее такое себе, но... Ну, такая веселенькая штука, блин. Так, что у нас тут? Еще гора. Сейчас на нее тоже залезем. Вообще прям без труда. Еще она, кстати, лазит по деревьям. Бабам, не допрыгнули, ничего страшного. Она цеплючая, прям вообще прям капец. Так, что это? Заметка? Ну, пока она нафиг не нужна. Побежали дальше. Так, куда бы еще залезть? Куда бы еще залезть? Сюда что ли залезть? Ну, сейчас сюда еще залезем. Камушки. Да, прикольно, блин. Ее надо, короче, скорость и выносливость. Вкачивайте ее, и нормально. И еще желательно и веса ей немножко добавить. Так, мы уже почти возле дома, блин. Где? У нас гора крутая. Кстати, да, она по горам тоже лазит прекрасно. О, скорпиёшка. Скорпиёшка, скорпиёшка. Бум, пошел нахрен. Уровень дали, ништяк. Ну давай, ну газуй, ну. О, попёрли. Да, вообще можно даже не бояться. Правда, жизнь у нее маловастенько, ну, блин. Что поделать. Ну еще в зависимости от уровня. Я вот эту приручил, она какая-то у меня была... 12, по-моему, что-то такое. Я большую так ни хрена и не нашел, блин. Так, блин, главное нигде не упасть тут, блин. То как бы она цепляется хорошо, ну, ну и нафиг. Так, что, сюда не лезь? Нет? Не хочешь? Блин, застряла. Не хочет. Блин, высоко. О, ее нафиг. Что, разобьюсь не, блин? Как бы жалко. Жука такая редкая, блин, я ее еле нашел ее, блин. Так. О, поехали. Поехали, поехали. Пошел нафиг от меня. Да пошел ты нафиг, ты, блин. Ты смотри, зараза, блин. Блин. Ну, с разворотом, конечно, плохо у нее. Но, тем не менее, она гребет. Так, это бадун. Он мне нафиг не нужен. Вырубать мне им некого. Баллон. О, нормально, она повреждения не получает. Еще прям ништяк. Так, что у нас тут такое интересное? Сейчас я посмотрю, посмотрю. Так, блин. Да, скоростуха, конечно, я и впендюрю прям нормально. Так, это мы уже где? Блин, база в другой стороне. Что-то я переборщил. Сейчас быстро доберемся туда. Кстати, да, мне в пещере броню поломали, так что я вот так голый бегаю. Да ёкало мене, блин. Не застревай. Что? Ти-ти-ти-ри-ти-ти. Да, прикольно, такая ящерица. Сюда она тоже заберется, нефиг делать. Давай, ну. Нет? Что, не хочешь? Давай, включайся. Да, так бочком можно ползти, и нормально, и вполне себе. Прям ништяк-ништяк она ползает. И, кстати, да, в Ark Mobile почему-то есть на нее кибл, но, тем не менее, ее почему-то не добавили. Потому что я ее не встречал нифига, вот эту ящерицу. Почему так, я до сих пор не знаю. Из-за этого какое-то обновление вышло, но ничего такого хорошего я что-то не увидел в этом обновлении. Так, мои друзья вон стоят уже. Да, вот такая у меня небольшая база. Здравствуйте. Блин, застрял. Тихо, тихо, не газуй. Газуй, не газуй. Блин, с поворотом, конечно, да, у нее плохо прям. И, кстати, да, у меня еще есть самка. Вот она. Она тоже такая небольшая. Ну, тем не менее, нормальная тоже.
Как, что у тебя тут хорошее есть? А, у тебя повышение есть. Кстати, да, я могу этот поставить, чтобы буст у них был. И этого. У игрока тоже идет буст. Так что все путем. Блин, сколько у тебя мяса? И хитина куча. Так, хитин мне дай, наверное. Позвоночек мне дай. Хитин, хитин, хитин. Так, у тебя еще тут есть хитин. Еще хитин. Так, вот эту хрень тоже мне дай, эту отдай. Вот это отдай. Да, хитин, конечно, так понемножку добывает, но тем не менее. Это мы кого-то сгрызли. Я не помню, кого уже. Кто-то нам помешал. Так, все стоять. Так, что у тебя тут есть? У тебя мясо. Мало, ну, в принципе, есть пока мясо. Хватит. Свои причиндалы надо будет починить. День. Вот я. Да, у меня арплерва, ты сволочь. Снесла всю броню нафиг в пещере. Пару раз плюнула и все, взорвалась на мне, блин. Так, надо металла. А, нет, надо кожу. Кожу. Кожу, не кожу. Что, мало что ли? Да ты смотри, блин, а где у меня еще кожа? А, вот еще кожа. На, тебе. Все. Все, оно. Огонь. Так, вот эту хрень. Блин, а что там надо? Хитин надо? Где? Хитин как бы есть. Как бы на... Да, да, да. Так, сколько там еще? Еще 350, да? Ну, на тебе. Что? Так, это отремонтируем. Это тоже. Это тоже. Так, это уже есть. Блин, кожи нету. Кожи нету. Хитин сейчас закинул. А кожи не хватает. Так, а где еще кожа есть? Блин, а чего больше нету? Так. Метал. Метал. Так, тут вроде все путем. Это нахрен на переплавку. Так, вот эту хрень на бензин. Пускай она сама себя перерабатывает. Так, мы кожу взяли. Все путем сейчас починим все штаники. Вот так вот. Дену. Все, хорошо. Правда, не хитина, но тем не менее, у них хоть броня, хоть более-менее. То в железках ходить, конечно, такой себе. Да, конечно, броня у меня ерундовая, но где-то пока не сидит. Потом еще пооткрываю. Так, что, оно перерабатывается? Да, все путем перерабатывается. Зашибись. Все, хорошую понемножку. Таёкална. Так, что у нас тут? Тут у нас уже все. Там у нас полимер перерабатывался, который нафиг не нужен. Так, это сюда и... что еще тут засунуть? Хитина, может? Хресим. И в химический стол, наверное, все весь этот хитин сейчас выкинул. Потому что он мне нафиг не нужен. Да, потому что я не знаю, что с ним делать. И уже прям так дофига уже, блин. Так. Сейчас мы все это поскидываем, все это. Так, тут что-то горит. Так, где оно? Вот эту хрень, вот эту хрень. И... так, одену. Все, что ли? Так, а тут что? Что тут? Металл переработался. Ну, тут, в принципе, все путем. Нахрен потушить его. Он сейчас мне пока не нужен. Так, это что? Тут выключено все. Все, зашибись. Все путем. Привет. Как твои? Ничего. Так, дружище. Дружище. Сейчас мы с тобой, наверное, пойдем на этот, блин. На остров сходим. Сейчас я тебя здесь поставлю. Возьму орельчика, потому что ты плаваешь у нас очень плохо. Кстати, вот такого замечательного этого раптора приручил. Красного нашел самца, блин. Самка получается синяя, блин, а он красный. Так, ну давайте, блин. Алло, поехали. Сейчас посмотрим, может в этой пещере есть эта мегалания еще одна. Я просто покажу, блин. Они как бы в пещерах.
попадаются, они, зараза, редкие. Что-то я нашел такое маленького уровня, блин. А нашел тогда какую-то 60 какую-то, блин. И, короче, что-то она у меня в газовой пещере этот, застряла, и так и не смог ее вытащить. Вышел из пещеры, она исчезла. Так, где у нас тут? Тут у нас ход, вот он. Да. Вот как раз здесь ползать надо будет. Так, все стоять. Так, попёрли. Попёрли. Так, чуть подгружается оно. Блин, зараза, да, с поворотом прям плохо у меня. Тут немножко у нас водичка. Ну, тут её немножко совсем, блин. Так, где тут выход? Выход? Ку-ку. Выход. Олю. Поёшку. Так, там уже уники козлы. Здрасте. До свидания. И да, я ее урон ей тоже чуть прокачал, блин. Потому что как бы жалко ее. Так. Что у нас тут такое? Так, ты будешь цепляться? Будешь цепляться? Ты же зацепился? Нет? Непонятно. Так, сейчас проверим. А, вот, уже зацепился все путем. Да? Нет. Не пойму. Блин, что-то где-то гудит, я не пойму. О, там лут. Лютбокс, блин, ты такое попёрла. Так, кто у нас тут? Никого тут нету? Оники собаки. Вот тварюка. Так, чего тут? Нету никого? Еще один, блин. Так ты сволочь, меня, иди отсюда. Че это? А, он все передумал до меня лететь. Правильно, нехрен до меня лететь. Так, скорпиошка он сидит. Пауки. Паук. Паук мне пытается попасть. Че? Нет? Никто? Так, не сдох. Та, бляха-муха. Так, говорит, это такой вид. Да, вид поменяй, ём. Да, ёбушки, кот, блин. Только си уже его. О, молодец. Все? Ого, там уников. Прям нормально, нормально. Так, давай слайд курица. Так, тихо. Что это такое? Ни хрена себе там какое-какое, ого. Обычная кирка с говна и палки, и урон 500%. Ужас какой. Так, давай цепляйся. Так, что там у нас? Ничего нету интересного? Так ты... Да иди ж ты отсюда уже. Сразу. Так, тут нету никого, дай. Ты зацепился? У них сволочь там летает. Так, где? Чё? Чао. Да ты охренел совсем. Давай, до свидули. Так, там еще воники. Блин, тут пауки с собаки. Но я не сколько ранее, сколько, блин, вот это запутаю, ты идешь как дурачок медленно. Так, что у нас тут еще есть? Нету ничего. Поперли вниз, короче. Так, поперли. Блин, застрял. Ну давай, ну, иди сюда. О, записька. Сейчас как-нибудь доберемся до нее. Блин, так ты смотри, вот это трехмерное управление на ней, это вообще капец. Да ёкало мне, так как же залезть-то? Она еще поворачивает так плохо. Поворотом прямо не беда. А упасть как-то, что-то как-то высоко, блин. Она сразу нахрен подохнет. Так, там уже у нас... Так, нету никого? Вроде нет никого. О, скорпион. Скорпион. Здравствуйте. До свидания. Офигеть, 108, блин. А будешь искать, ни хрен найдешь, блин. Жучок. Так эти придурки меня гнорят, ну и пошли они нафиг. Да, блин, повернись ты. Так, нету никого? Вроде нет никого. Да, тут куча всяких уников, скорпионов. Мегаланя тут, кстати, бывает. Я первый раз ее здесь увидел, потом что-то зашел, ее нету почему-то.
Так, нету ее, блин, нигде, да? Обычно они вот здесь, вот прям внизу-внизу, сам смотришь вот так из-под низа. И видать ее, она зелененькая бывает, черненькая бывает. Так, ну фиг с ним. Сейчас забираем себе артефакт. Слайдовая культа. Это у нас артефакт пожирателя. Так, ну поехали. Поехали. Да, прикольно тут такие, блин. Кристаллы. Так, нету никого? Да, бляха-муха. Так, где эта записка все-таки? Сейчас мы до нее как-нибудь доберемся. Блин, ну, да, конечно, он неповоротливый, капец. Так, ну, давай, ну, я тебе верю, ну. Ёшкин, года не прошло. Все нормально, все путем. Все забрали, какашка там куда-то там летит, не долетит, не знаю, что это. Непонятно, там пауки истерят. Что надо? Вот, там еще одна записка. Так, это оники, сволочи. Блин, жука убил зачем-то. О, мне еще дали уровень. Блин, там еще паук застрял. Иди сюда, курва. Зов. Так, тут нету никого. Давай забирайся, попёрли отсюда, кедрень фени. О, нормально, уже высоко, не понял. О, ни хрена себе. А почему я ее не видел? Ай. Там мигалания была. Сейчас мы ее вырубил по шурику. Правда, не знаю, какая она, блин, я смотреть не буду. Да слышишь-то. Да сдохни ты уже. Так, где она? Вон она, я ее вижу. Правда, не знаю, кто это, я сейчас вырублю. И все. Нафиг ты арбалет взял, ты дебил? Алло. Какой арбалет, блин? Ружье возьми. О, молодец. Ты где там? Бал. Не понял, я что, в воду попал, что ли? Так, что, она все в отрубе? Да. Я думаю, она в отрубе. Где? 20-я. Ну, блин, эти еще меньше были. Эти вообще, по-моему, 15-е были. Сейчас попробую приручать ее. Ну. Кстати, да, ее травить надо прям нормально. У нее оглушение маленькое. Где? Понимаешь? Дракошка. Так, у тебя офигеть-то сколько уже жизни, блин. Так, что тебе добавить? Жизнь. Жизнь. Так, а где у меня барашки? Не понял. Алло. А, о. Есть у меня барашки. Кстати, барашки, она нормально прям приручается. И вся, кстати, и все хищники, они нормально приручаются барашками. Жареные, не жареные, тут охрень, я тебя заберу. Тебе нафиг не нужно. Так, вот эту ерунду на тебе. Да, оглушение, вы видите, как быстро уходит. А ну, у них, кстати, маленькая, блин, но уходит быстро. Ну, он где-то, не знаю, как спинозавр, наверное, в себя приходит быстро. Так, больше нету никого? Че такое? Блин, грибы эти прикольные, я не знаю, для чего они нужны. Может, по ним прыгать как-то надо? Я не знаю, я до них ни разу не добирался. Ну. Так, что, ты долго будешь, блин? А, друг? Вот я думаю, наверное, пару загрузок будет, блин. Блин, языком так шевели, прикольно. Так, что тут? Оденем каску. И вот эту хрень оденем. А то тут вообще прям ерундовая такая шмотка у него. Как бы я что, починил ее, блин, пускай ходит. Блин. О, теперь лучше. Кстати, да, я этого Альфа-Рекса убил, вот эту хрень мне дали. Так. Записка. Ну, записку пока мы брать не будем, блин. А, нафиг не нужна. Да, прикольно такое место, блин. Правда, здесь можно с этими, с крюками проходить. Или вот на вот этой ерунде, блин. Так, это у нас первая пещера. Да, урон, конечно, капец. Сейчас, наверное, я себе ее поставлю, блин.
Да? Обалдеть. У меня сколько это? Офигеть. Обалдеть. Вроде обычная кирка. Это 264, блин. Мотать 400 с лишним. Охренеть можно. Да, тут, кстати, у меня еще дубина попадалась на что-то на 200 с чем-то урона, блин. Да, вырубается вообще прям сразу махом. Так, этот спит. Здрасте, как ваше, ничего? Нормально все? Ты уже 95-й у меня уже, блин. Да? Блин, у тебя еще глаза голубые. Вот это круто. Это прям круто-круто. А у того глаза голубые или нет? Эй, алло, у тебя какие глаза? А, он прям спит, блин. Нифига себе. Покоцал его весь в крови. О, нормально. 53% за один раз. Так, что тебя чуть-чуть потравим. Кстати, баранину, да, жарьте и с собой берите. На хищника, она прям супер. Как жратва, она такое себе, нафиг не нужна. Можно обычного говна поесть какого-нибудь жареного. А вот по приручению хищника прям нормально. Так, это мы сейчас переложим, чтобы у нас мегаланя голодная не была. А то она сейчас себя придет, будет, блин, голодная. Да, вес у меня еще нормально, еще хватает, блин, все путем. Так, ну, давай, просыпайся, ну, хорош валяться. Хорош валяться, алло. Блин, высокая такая пещера. Какой-то водопад непонятный. Что за... Да фигня. Непонятная. И да, в Ark Mobile вот этой пещеры нету ни хрена. Я как бы случайно ее обнаружил, потом про нее видео посмотрел, думаю, что за фигня, откуда она взялась. И еще надо будет еще одну пещеру пройти, блин. Я координаты ее знаю, блин. Там и артефакт стай какой-то, блин, что ли. Надо будет тоже пройти ее. И мне еще хардзимка осталась, блин. Хардзимку, я не знаю, с середины, наверное, пойду или с кем-нибудь. О, все, ты приснюкся. Ты такой зелененький, да? Непонятный такой. Так, ну все путем. Да, тоже глаза у него голубые, обалдеть. Где? Друг. Сердешный. Так вот. Сейчас мы тебя прокачаем шушут жизнь. Это мне отдай. Вот это тебе. Тебе. Вот тебе седло. Так, ну, и чё? Блин, чертёж говна. Рогатулька. Веса, в принципе, чё, 416. Сейчас он ещё раз загрузится, я им ещё раз что-нибудь добавлю. О, нормально. Тебе ещё чё тебе? Кислород тебе. Потому что бывает, что под водой надо лазить, блин. Блин, плавать, конечно, хреново она. Прям очень плохо. Так, ну давай посмотрим, какой ты из себя. Так, а этот друг за мной пойдет или нет? Пойдем. Ты идешь? Не понял. Ты что, дурак? Говорю, иди. Идем, говорю, пошли. Чутик, блин. Интересно, они по стенам лазят или нет? Ну, хрен, наверное, там лазит, да? Где? И что, идем? О, еще повышение уровня. Ни хрена, короче, не лазит, блин. Значит, придется по дорожке идти. Блин, плохо, тут нельзя поставить ничего. Строить нельзя в этой пещере. То можно было какие-то мостики наставить нахрен и ходить просто. Так, и чё? И чаву, и чаву, чаву, чаву. Ну, вроде сзади кто-то топает у меня. Где? Ты где там? Ты тут? Ты давай не падай только. То что насчет тут? Падение, не падение. Так, кристаллов куча. Ониксы. Ониксы, ониксы. Так, тут можно перейти. Но здесь, наверное, хрена она перейдет, да? Здесь вот говно. Нету? Да ты охренел, слышь. О, хатинчика чуть-чуть. А этот дурачок упал, походу, да? Да. Или дел. Иди ты нахрен отсюда. Один делся. Он упал? Алло? Ты где? Алло?
Блин, все-таки они не разбиваются. О, дурачок застрял, нормально, вообще супер. Ой, чудики во мне. Ты че, совсем уж ку-ку? Ты за мной идти вообще не хочешь, да? Вообще не рядом. Блин, чудо, ну это веселый, конечно. Ты будешь вылазить, алё? Ты че тут в шипах-то застрял? А? Блин, такие чудики. Так, сейчас мы до него залезем, блин. Там еще один артефакт загрузился. Но мне же хватает этого артефакта, то что нафиг он мне пока мисс не нужен, блин. Так, у тебя ничего такого нету, да? Нету, да? Чтоб ты ползал. Блин, нет такого ни хренашеньки. Следовать. Так он следует и чё толку? Так, короче, все понятно. Давай сюда седло. Сейчас мы, наверное, снимем седло. Потому что, походу, варианта нету, блин. Придется одного криокапсулу засунуть, блин. Так, тут больше нету никого? Ну, вроде нет никого. Да, другого будем забирать. Что такое? Ты какой дрыганый. Так вот эту хрень мы не будем брать, блин. На, нафиг не нужна. Что, сражаться тут не с кем? Иди. Так, давай полезу даю. Ну давай, ну залазь. Так, все, нормально, все, пойдем. Так, теперь че? Давай, открывайся. Бам. Так, это меня дай. Вот тебе нафиг не нужно. Тик-тик-тик-тик-тик. Что у нас тут есть? Это тоже мне отдай. Отдай, блин, ну понемножку что-то еще хитина нарубил. Правда, не так, как волк там охренеть, он тысячами прям долбит, блин. Ну, тоже нормально, вполне себе. Так, ну и все. Теперь че. Так, ну давай, открывайся. Алло. Че за фигня такая? Так, вот эту хрень мне отдай. Это мне отдай. Короче, всего мне отдай. Дайте, я сейчас вкачаю еще в жизнь. Или не в жизнь. Так, а что тут есть, блин? Хрен с ним, я тебя потом качаю. Так, нолик. Поехали. А то я так и буду с ними вот это вот. Вошкаться тут, туда-сюда, блин, нафиг они не нужны. Так, давай, дружок, сейчас мы тебя оденем на место тебе. Седло. Дену. Седло. Бэм. Все, все нормально. Это мы на место. Это у нас все хорошо. Все замечательно. Так. И чё? Все? Так, давай газуем нафиг отсюда. Поползай наверх, блин, а то что-то мы и так задержали с этим прохождением пещеры нечато. Но тем не менее, в этой пещере тоже это мегалания есть. Что за грибы, я не пойму. Охрена они нужны. А? Что с ним делать? Сейчас прям через гриб прополз. Блин, что-то где-то гудит, я не пойму. А? Что-то где гудит? Что такое? Это вот эти кристаллы, что гудят? Или что это? А? Что это? Нифига ты... Куда охренел, блин, ты? Пошел ты задница. А вот не достанешь нихрена. Ага. Да, еще может где-то, блин, попадется еще одна, может быть, большого уровня. Да, будет вообще супер. Чтоб их скрестить можно было. Какая-нибудь, может, дама, блин. Так, тут ни хрена нету, походу, да? Но где-то что-то звук откуда-то идет. Где он? Нифига, ты даже так умеешь? Флэш, да ты охренел. Так, а там выход, походу, да? Или нет? Непонятно. Блин, сейчас поищу. Может где-то тут проход какой-то есть? Потому что где-то что-то гремит, блин, звенит. Ничего. Ничего. Да, что-то нифига себе, я как висю. Вот это весело вообще прям. На маленьком кусочке.
Блин, скоростуха, конечно, у нее бешеная. Что-то я прям перекачал эту скоростуху. Так, что-то я запутался. Где выход-то? Ай. Алло, выходи. Алло. Алло, алло. Блин, да хватит гонять уже. Ну, я видел свою ногу. Так, тут хреново туча оников. Там тоже вон, оники. Ну, походу, тут нет нифигашеньки. Вот что тут звенит, я не знаю, что это за звук. Это, наверное, фиг знает. А чего это звук идет? Фиг знает. Неважно. Так, а где тут выход? Выход. Ку-ку. Это не он? Нет? Да иди ж ты оттуда, да? Так, а где он? Я не пойму. Там где-то какой-то... Там то, наверное, он, блин, да? Я так думаю. Да? Где он? Ну, и чё? Вот это не он? Нет? Блин, тут тоже звенит что-то. Самое интересное, нет этих боксов этих. Ничего такого прочего нету, блин. О, паук с ума сходит. Непонятно. Чё? Кто это? Чё это? Где оно? Откуда оно взяло? Так, ну тут он пробежит, блин. Тут нифиг делать. Так, выход вот там, походу, да? Блин, что с этим поворотом, разворотом? Сейчас я, наверное, через это, через верх, наверное, перелезу. Ну давай, ну, газуй. Так, ну, на этой хрени я уже ползал. Да, вон, ну, звенит просто вот эти кристаллы, походу. Но выхода тут нету нигде. Ничего такого нету. Да, все-таки прикольно, блин. В горе вот такая здоровая пещера. Да ё-моё, давай, же негодяй здесь. Ёшеньку. Ты еще вот упади вот для полной части, а еще будет супер. Давай, задний ход. Здрасте, приехал. Ты сдурел что совсем? Пузо себе отобьешь? Я понимаю, что ты не разбиваешься, но все-таки. Такое себе занятие. Так, перли по дорожке, а то я нахрен запутался. Так, где тут переход? Нету? Переход, переход. Так, вот здесь надо по стене. Потому что чтобы не упал. То тут по новой опять залазить туда. Нахрен бы оно надо было. Так, здесь наверх. Наверх, наверх. Тут бачком, наверное, э? Да ты дурачок, ты куда пополз? Такой да пополз. Кстати, да, этот, когда она цепляется, она очень плохо управляется. Прям очень плохо. Так, а тут ни хренашеньки нету, да? Не? Ты же нету ни хренашеньки. Вроде нету, блин. Тогда я вниз. Так, дырдочек нету, ничего такого нету. Так, тут тоже какой-то провал. И, кстати, здесь, ну, на рапторе можно переходить. Я проходил эту пещеру на рапторе. Он как бы нормально вот так прыгает, блин. Перепрыгивает всю эту ерунду. Закуска. Так, и еще закуска. Так, вот здесь вот где? А где его, ну? Так, ну тут уже все путем уже. Уже мы почти на выходе. Да, тут тоже он эти кристаллы изменят. Так, она плохо поворачивается, зараза. Да ёшкин кот, ты смотри, блин. Как на автобусе. Ну давай нафиг ты еще упади, для полного счастья. Да ёкаломаны, еще и застрял. Ну, тебя попёрли. Попёрли, попёрли, здрасте. Сейчас как грызнул. Я решил, как грызнул. А, ну еще, блин. Так, здесь тоже пропасть. Да, это кристаллы-то извинят. Я почему не извинят? Не пойму. Непонятно. Так, это уже у нас выход, да? Так, все, поперли уже. Кедрень, фени отсюда. А то и так что-то, блин, и гоняли, и гоняли. А где выход? Алло, где выход? Блин, вот это место дебильное, конечно.
Ты чуть-чуть застреваешь в этих, блин, структурах. Пройдешь какой-то, блин, извините. Ну. Давай, все, поперли. Так, где у нас тут? Орел наш. Где ты наш тут? Орел. Орел, орел. Где он тут? О, он тут у нас загорает. Здравствуйте. Ох ты, ёкалая. Так, друг сердечный, поперли с нами. Пошли. Че будет стоять тут один? Ты что, идешь там? Поперли? Давай. Поперли. Так, там лучик, короче, появился. Сейчас ходим до луча, блин, посмотрим, что там в этом луче. А тут уже с оружием, с броней прям напряга, блин. Тут только по лутбоксам, по лучам, блин, вот это все ерунду искать. Это что-то жирко мощное, блин. И кунделей дает прям хорошо. Да-да-да, может нахрен за пару ударов убить просто. Если брони нету, можно подохнуть. Давай. Да, плавает прям она очень плохо. Блин, так, что-то такое хорошее. Ничего хорошего. Фигня какая-то, блин. Серп, который у меня уже есть такой, блин, наподобие. Так, дружочек, ты сейчас будешь с ума сходить, да? Летай, как долбанутый. Стоять. Алло. Садись давай. Ты ёшкин кот. Ты прикалываешься совсем? Садись. Чё ты у меня сразу же говорю, садись. Чудик. Ух ты, чудик. Так, ты давай за мной сильно так не газуй. Да-дам, все, полетели домой. Так, а где дом, я что-то ни хрена не соображу. А где дом, это ёкалый. Алло, что за туман, блин? Алло. А, о, понял, вон он, берег. Да, с этим туманом прям капец. А он еще и бывает под водой, блин. Это вообще капец просто, блин. Там вообще не поймешь, в какую сторону плыть. Оно все, блин, одинаковое, только по карте вот смотришь и все. Так, нате вам вашего товарища. Свистим, чтобы все стояли. И все, и хорошо. Так, сейчас надо будет выкинуть еще этого чувака. Балом. Че это такое? Ты с ума сошел? Че-то ни хрена не понял. Так, дай мне на расседушку. Сейчас мясо чуть-чуть возьмем. И сетушку еще напялим. И сейчас попробуем этот, какой он. Хороший, нехороший. Что-то он прям этот, блин. Чумачечий. Блин, ну у тебя же 10 уровней добавилось, нормально прям. Так, мяска тебе. Нати, получайте. Блин, нахрен я тебе хитин кинул. На, все, хорошо. Так, и чё? И чё? И шо, будешь вот так сидеть? А чё ты застрял, блин? Ай? Ты что, сломался, что ли? Мадам, вы не хотите подвинуться, шушуть? Чё там, полз, и все, и у него, наверное, бензин кончился. Да? Ты дурак, что ли? Чё ты стоишь? Чё такое? Чё-то моделька, что поломалась, я не пойму. На тебе веса еще, блин, жизни тебе и всего, тебе и всего. И чё? Чё, не идёшь? Да, ты какой-то дурачок. Идти ты вообще не хочешь, да? Чудно, весело, блин. Ты будешь идти, ты, блин? Алло, ты будешь идти? Нет? Блин, ни хрена он не идёт. А, чудовый веселый, бляха, муха. Может его унести куда-нибудь туда, подальше, блин? Не, или что? Странно. Очень странно, подвинься нахрен. Не идет. Веселый, конечно. Ну, сейчас мы его утащим нахрен его. Туда, подальше. Взлетай. Вон здесь сюда. Где-нибудь здесь я выкинул.
Да, он идти не хочет. Бред какой-то. Это бред с его кобылами. Че вдруг там? Эти ходят нормально, этот не хочет. И че? Повышение опять у тебя? Знаете, еще скорость, блин. Ни хрена с ним. Не пойму, что с ним. Ай. Что такое? Ты тут голову поднимаешь, молодец, ничего не скажешь. Да уж. Ну, такая вот ящерица, блин. Че, в принципе, третью я себе поймал. Не знаю, может, она нормально заработает. А может, не заработает. Хрен знает. Пошел ты задницу, короче. Стой здесь, блин. Я эти жрачки накидал. Сейчас другу самому Адену. Да, потому что он проверенный. Мы с ним уже до хрена где были. Так, ну поползет тут, кедрень фени. Да, дурачок, он что, стоит, блин. Иванушка, что стоит? Не поймешь. Ну, жрет, по крайней мере, хоть, блин. Чудной веселый. Ай, чудик, блин. Да, везде ход такой прикольный, конечно. Здравствуйте, как ваше ничего? Блин, давай не это не застревай-то хоть, алё. Ой, это мадам еще опять повышение. Так, тут у меня все растет. Поползи на наш дом. Давай, та-та-та-та-та-та-та-та. Давай. Ну, такая вот, собственно, ящерка, блин. Что хотел сказать, приучайте, ищите их в пещерах. И все. Всем пока-пока. И до встречи на канале.